Итак, мы поставили подвеску в спорт режим. Мотор тоже. И мотор тоже в спорт режим. Сейчас мы дадим чуть-чуть жару. Вот это ее пинает под жопу просто. Вот это да. Останавливается она идеально вообще. Даже на обычных тормозах, не на керамике, если смотреть. Керамика, вообще мощно едет. Брейки. Она нужна, ее прогревать нужно, на ней нужно нажаривать вообще четко. Но... Звук, конечно. Звук, конечно, у нее просто шикарнейший. Сейчас он. Наверное, здесь крутанемся в обратную сторону, да? Чтобы не выезжать туда вообще. Она даже отстреливает, получается. Спорт плюсе отстреливает. Вообще круто.